Короче, слухи. Недавно стало известно, что у Евгения Петросяна родился третий ребенок, дочь которого назвали Матильдой. Девочка появилась на свет в конце прошлого года, но ее появление тщательно скрывали. Жена артиста не делала никаких объявлений о своей беременности. Поэтому сейчас многие предполагают, что использовалась услуга суррогатной матери. Напомним, что для Евгения Вагановича стать отцом девочки не новинка, так как у артиста уже есть старшая дочь Викторина, которой 55 лет. Медийные ровесники юмориста открыто выразили свое осуждение. Они указали на то, что артист уже в возрасте и вряд ли сможет обеспечить полноценное воспитание своего сына и дочери до их совершеннолетия. Он помрет, прости Господи. А что дальше будет? Хорошо, наследство оставил, деньги есть. Есть мать. Мать захочет, естественно, мужчину привести в дом. То есть он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложится отношение? Разве деньги дадут счастье? Возмутилась Татьяна Васильева. Что скажете? Любите свою жизнь.